Добрый день, с вами магазин «Юный папа». Сегодня у нас на обзоре интерактивный радиоуправляемый крокодил. Артикул модели 9985. Давайте откроем данную модель и посмотрим, что же там внутри. В комплект входит сам непосредственно крокодил и пульт управления. Он достаточно необычный, сделан в виде фонарика такого. Так, уберем все лишнее. Вот, для игры сама модель крокодила работает на встроенном аккумуляторе. Для самой игры вам потребуется 4 мизинчиковые батарейки формата 3А. Они в комплект не входят, не забудьте купить. Давайте сейчас я установлю батареечки, мы подготовились заранее. Вот, проверяем, что все работает. Вот, особенность данной модели в том, что здесь нет внешнего зарядного устройства. Зарядное устройство у вас встроено в сам фонарик. То есть сама модель крокодила заряжается непосредственно от пульта управления. Здесь на передней части пульта есть специальная крышечка. Вот вы ее открываете и там обнаруживаете провод для зарядки. Вход для зарядного устройства расположен на нижней части у крокодила, непосредственно рядом с кнопкой включения. Вот. Время зарядки модели составляет не более 1 часа. Время игры, в зависимости от активности, где-то порядка минут 30-35. Более длительно мы его не тестировали, возможно, он будет играться дольше. Вот. Для начала игры давайте включим крокодила. Здесь два положения: включить и выключить. Вот. И непосредственно сам процесс игры. Пульт управления оборудован одной кнопкой. Она отвечает за движение модели вперед и назад. Направляем луч, свет на непосредственно игрушку и нажимаем кнопку вперед. Крокодил издает угрожающие рычащие звуки и направляется на непосредственно ребенка. И если нажать кнопочку назад, то, соответственно, крокодил будет... Давайте вот так разверну, чтобы было хорошо видно. Вот, крокодил начинает пятиться. Вот, также дополнительно есть возможность переключения частоты управления. Это на тот случай, если вдруг у вас двое детей, да, и вам нужно два подарка одинаковых, то, соответственно, можно переключить частоту, и дети смогут играть вместе. Вот, модель сама по размеру, длина ее составляет 26 сантиметров, высота порядка 5 сантиметров, ширина 7 сантиметров. С вами был магазин «Юный папа». Оставляйте ваши комментарии под видео. До новых встреч!